his pleasure, boom, she pleasure. Привет всем, получил сегодня две посылки, маленькие небольшие посылочки, заказывал одну посылку человек у меня для себя. Должен быть чехол на Xiaomi 1S, флип чехол в черном цвете, действительно так и есть, оригинальный чехол под карбон, мягенький внутри, видите логотип внутри, то есть Xiaomi. Здесь руководство краткое, правда на китайском, но можно посмотреть, то есть по пунктам 1, 2, 3 и 4. С картинками все просто понятно. Уплотнитель и наклейка, то есть отрываете вот эту липкую ленту, ложите тыльной стороной сюда смартфон, крепенько придавливать, он очень долго будет держаться, и даже с учетом, что если захотите оторвать, очень будет сложно. То есть все просто понятно, оригинальный Xiaomi чехольчик, не помню стоимость, ссылка будет под видео. Больше особо нечего о нем рассказывать. Единственное, я скажу, что практичное решение, не яркий. Есть разные расцветки, но черный цвет более мужской, так сказать. Давайте обратно это все. Вот сюда вот. Так как человеку нужно будет отправлять чехол. Недорого, по себестоимости. Как я писал в группе, по себестоимости товар могу привезти. Тот, которого нет на канале. Обратно его сюда и вторую посылочку. Вторая посылка, это я для себя заказывал. Обратите внимание на конверт. Какой прикольный конверт. Прям подарочный, марки китайские. Здесь дракон вообще замечательный. Скоро Новый год в Китае. Долгий на них аж по февраль. У меня такая же практически татуировка на плече. Такого дракона, только без этих всех облаков. Очень похоже. Прикольно. Давайте сюда посмотрим. Тут по идее можно вскрыть, не резать. Вот так, да, буду резать. Наклейку заказывал на стол для себя в красном цвете. Больше здесь ничего нет, но конверт здоровый такой, смотрите. Наверное, этого дракона вырежу, пригодится. Прикольный, классный дракончик. В сторону. И какие-то тут пожелания. Раньше китайцы это практиковали, часто писали. То есть смысл таков. Дорогой покупатель, спасибо за покупку и так далее. Приходите на наш сайт, то есть наш магазин, заказывайте еще в сторонку. Вот видите, на английском примерно то же самое. Просит о обратном отзыве положительном и так далее. И наклейка. Вот такой вот Android. Смотрите. Кушающий яблочко. Какое яблочко, все знают. Была наклейка еще более вульгарная, когда он мочится на яблоко. То есть на iPhone, продукция Apple. Вот такой вот Android. Хочу его где-то вот здесь вот приклеить. Будет, мне кажется, прикольно. Оригинально. То есть вот такие две распаковки, друзья. Если интересно, на наклейку, на чехол я ссылку оставлю под видео. На этом все. Лайк, подписка на канал новым подписчикам. Спасибо, друзья, постоянным зрителям. Всем удачи, супер настроение. Пока.